Добрый день, друзья мои телезрители. Сегодня рассказ мой про муку. Вот про такую муку хочу я вам рассказать. Последнее время я пеку блины вот из этой муки. Блины я пеку исключительно на даче. Дома-то я могу и из обычной муки печь. А на даче вот такая мука мне помогает. Что это за мука? Как вы видите, написано, мука специальная блинная, классическая, да? Это, кстати, один друг мой посоветовал. И это, друзья, на самом деле не мука, это смесь. Что тут пишут? Это полуфабрикат мучных изделий, мука блинная, классическая. Состав здесь мука, собственно, пшеничная, хлебопекарная, дальше сахар, яичный порошок, молоко сухое, соль, пищевые добавки, разрыхлитель теста. То есть, грубо говоря, это уже готовая смесь для производства блинов. Что нам для блинов надо? Яйца, молоко, мука, соль, сахар. По сути дела, все это здесь уже добавлено. То есть, вот это вот достаточно водичкой размешать. И получится блинное тесто, и выпекать блины. Ничего, кроме вот этой муки, не нужно. Я не рекламирую именно вот эту муку, друзья. Мне никто не заплатил ни копейки. Хотя я бы хотел, чтобы мне много копеек заплатили. Но есть много таких разных мук, как это сказать. Много видов муки. Не обязательно вот такую вот покупать. Они разные бывают, а суть одна и та же. То есть это уже готовая хлебопекарная, блинопекарная смесь. Не нужно добавлять ни яйца, ни молоко, ничего. Сразу вот водичкой развел и пеки блины. Отличные вот такие блины получаются. Хотя, я, конечно, молока здешнего нашего деревенского еще добавляю. Справедливости ради скажу, что если сюда добавить не воду, а молоко, то есть сделать блины, тесто блинное не на воде, а на деревенском молоке, еще лучше получится. Но это, собственно, само собой разумеется. В общем, вот такая вот тема. Готовое тесто, то есть готовая мука для блинов. По-моему, нормально. Мне нравится. На даче, потому что некогда этим заниматься. Да и нет иногда ни яиц, ни молока. А тут бац-бац и готово. Все, надеюсь, эта информация была для вас полезна. Применяйте. И будет вам счастье. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ставьте, конечно, лайки. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Все, всем пока.